Меня ребята часто спрашивают: дядь Саш, как вы вот эти свои видео сочиняете или придумываете? Да никак я их не придумываю. Просто-напросто жизнь, ситуации сами подсказывают на ровном месте для роликов, для каких-то полезняшек маленьких. Вот простой пример для этого ролика. В гараже, конечно, хочется, чтобы было чисто. Мел-мел-мел. И немножко переусердствовал. И вот в этом месте просто-напросто швабра взяла, хрустнула. Надо идти в магазин. С такими снарядами идет. Подумал, подумал. Выход нашелся сам собой. Оказывается, можно легко и просто в условиях гаража на коленке починить. Чем решил поделиться. Смотрим. У многих из нас вот такие есть шваброчки. Они из вот такого легкого мягкого металла сделаны. И иногда бывает, что от усердия, когда мы что-то подметаем, увлеклись, и она хрустнула. Сложилась, потом ее как не разгибай, толку нету. Она со временем начинает мотыляться, складываться, и в общем-то самое простое — пойти купить новую эту запчасть, и все. Попытаемся сейчас ее починить. Часто мы с этим сталкиваемся. Меряем диаметр и идем на центральный склад. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Вот мы и пришли. А здесь есть вот такой вот хлам. Ну, в итоге выбрал вот таких два кандидата по диаметру. Чуть поменьше и чуть побольше. Теперь наша задача — воссоздать примерную форму. То есть аккуратно обрезать, торцануть. Для этого я использую малярный скотч. Отрываем кусочек. Смотрим, вот где у нас заломы эти кончаются. И примерно на глаз все это клеим, чтобы они у нас сошлись. Вот примерно такая ровная получается. Берем вторую. Опять же смотрим. То же самое. Вот так. Теперь, не мудрствуя, вот слегка сжал ее, она ж дышит. Без фанатизма берем, пилим все это. Немножко она так неправильной формы, но это пока не страшно. Берем вторую часть и делаем то же самое. Китайские товарищи не заморачивают, делают так, чтобы они долго не служили. Мы попробуем продлить это. Берем. Ага. Не хочет она туда залазить, да? А нет, залезла. Уже хорошо. Берем вторую часть. И плавно. Уже. Вот она по жесткости примерно то же самое. Ей можно мести. Но чтобы все вот это вот держалось, я, во-первых, сейчас размечу, чтобы половинку усилить сюда и сюда. То, что вот это получается место, где она сложилась, хрустнула, это самое слабое место. Вот мы
ее усилим и разгрузим. А то, что там на 1,5–2 сантиметра она стала короче, в данном случае для меня это не проблема. Но можно в конце концов сделать и вот так, если вам этих 2 сантиметров не хватает. У меня пистолет с термоклеем всегда под рукой. Огонечек загорелся у нас. Сейчас она прогреется и будем пробовать восстановить. А пока что я жму на паузу. Пока там греется у нас пистолет, а здесь у нас греется сухпай. Какой смысл использовать сухое горючее вот из сухпая, когда вот она у нас печка есть. И как мы видим, температура тут достаточная для того, чтобы разогреть наши консервочки из сухпая. Там мне сегодня товарищ немножко подкинул сухпайков. В гараже они прям хорошо расходятся. Но это я так, тяну время, пока прогреется наш пистолет. Ехали дальше. Клей прогрелся. Еще нам может понадобиться фен. Поэтому он будет наготове лежать. Я взял примерно на глаз, разделил. Достаточно одной таблетки. Вот он уже туговато заходит. Вот так. Раз. Готово. Вот она, наша черточка видна. Все, он уже хорошо там сидит. То же самое. Берем легкую такую полосочку. И вот так ее. О, чуть-чуть пальцы приклеил. И опять же берем ее сюда. Плавно начинаем одевать. И чуть-чуть прогреваем. И вот так на горяченькую накручиваем. И потом такой легкий замок. Сейчас я просто этому дам немножко остынуть. И в принципе швабра наша готова. Она уже вот не хочет разъединяться. Она целая. Вот это. Выбрасываем мусорку. Так что, ребята, если у вас вот так швабра взяла и закапризничала и сложилась, ее выбрасывать не надо. И также не надо выбрасывать вот такие всякие кусочки всего того, что вроде бы уже в отходы. Иногда они просто-напросто могут пригодиться и сэкономить ваши денежки. Понятно, что эта палочка, она там стоит 3 копейки, но лично мне приятно взять что-то, починить своими руками, восстановить. Ну, естественно, я этим делюсь с вами. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем большой привет. Вот как раз у меня мусор. Здесь есть, как мы видим. Я немножко упирался, резал, шлифовал.
что если у вас или у ваших родных, близких, друзей это поломалось, это еще не значит, что ее надо выкидывать и идти покупать новую. Ремонтируйте себе, ремонтируйте друзьям, знакомым, близким. Всем удачи, пока-пока. Вот такая красота у нас. Сейчас настоящая зима.